В минувший четверг в зале заседания администрации района сотрудники Министерства труда и социального развития Республики Адыгея провели выездной семинар по охране труда с работодателями и ответственными специалистами учреждений и ведомств Кашхабльского и Шавгеновского районов. Участникам встречи были разъяснены нововведения в системе управления охраной труда с учетом изменений трудового законодательства в 2022 году, особенности организации проведения оценки профессиональных рисков, а также ошибки при организации специальной оценки условий труда. Также в ходе семинара выступающие затронули тему ответственности работодателя за нарушение требований законодательства в области охраны труда, а также рассказали о новых правилах обучения по охране труда и проверке знаний. По словам заместителя директора филиала номер 4 по Кашхабльскому району Центра труда и социальной защиты населения Анжелы Кардановой, главная цель мероприятия была достигнута. Его участникам еще раз напомнили о необходимости качественного обучения персонала, об оценке производственных рисков и их устранении. Важно, чтобы каждый работодатель, понимая специфику своего производства, самостоятельно оценивал эти риски и принимал все меры по их устранению, отметила она, подытоживая работу семинара.